Школьникам Твери рассказали и показали, как работает городская дума. Урок для учеников средней школы номер 4 прошел в стенах муниципального парламента накануне Дня местного самоуправления. Он отмечается в России 21 апреля. Ребята узнали, какие задачи решают депутаты, а также смогли задать несколько вопросов ее председателю Евгению Пичуеву. Ученица 11 класса средней школы номер 4 Ксения Семенова совсем скоро будет сдавать ЕГЭ. У девушки большие планы на взрослую жизнь. Она намерена связать свою профессию с лингвистикой. Планирует поступать в Российский университет дружбы народов. Впрочем, родная Тверь, как призналась Ксения, всегда будет для нее на первом месте. Ученица активно интересуется жизнью города, в том числе и работой органов местного самоуправления. Главный из них, разумеется, Тверская городская дума. А потому, когда появилась возможность поближе познакомиться с работой муниципального парламента, девушка без раздумий решила ею воспользоваться. Я и до этого думала, что депутаты они работают для того, чтобы обустроить жизнь нашего города, улучшить ее, и сейчас я в этом убедилась. Вот, познакомилась, увидела лично председателя Тверской городской думы, чему я безумно рада, и опять же повторюсь, это был для меня незабываемый опыт. Вместе с Ксенией об истории, работе, целях и задачах Тверской городской думы узнали еще более 20 учеников средней школы номер 4. Урок в преддверии Дня местного самоуправления прошел для них в стенах муниципального парламента. Перед ребятами выступили депутат Тверской городской думы Ирина Тюрякова, а также председатель Евгений Пичуев. Я хотел, чтобы вы понимали, что работа депутата, она в основном она связана с народом. Это никакие привилегии, не какие-то там... Понимаете, величина, да, депутат, власть, но власть, которая связана непосредственно с народом. После просмотра фильма об истории становления Тверской городской думы школьники смогли задать интересующие их вопросы. Ребят волновал бюджет города, дефицит и доходы, а также как проследить, куда и как тратятся деньги из городской казны. Задавали вопросы о развитии спорта, кто должен ремонтировать фасады зданий, об уборке улиц и возможном расширении территориальных границ областной столицы. По мнению Ирины Тюряковой, такой диалог молодого поколения с местными органами самоуправления крайне важен. Они могли задавать вопросы, те, которые у них наболевшие, те, которые им интересны. Их никто же не корректировал. Да? То, что они задавали, для меня, для самой было очень удивительно, что они задали вопрос про бюджет, например. Ну, вообще, я, например, такого не ожидала даже от ребят, некоторых вопросов. И глядя на глаза ребят, что они горели глаза, и для меня стало понятно, что эта встреча очень полезна. Пребывание учеников в стенах Тверской городской думы закончилось общим фотографированием, после чего ребятам провели экскурсию по зданию городского парламента.